От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Я Шевцов Василий Маркович. Я с многодетной семьи. У нас было 10 человек. Воевало у нас, сразу мать отправила 5 человек. 5. Павел, Федор, Афанасий, Иван и Василий. 2 погибло. Федор и Павел погибли. Афанасий перешел без ноги. Я получил на фронте 5 ранений и 1 контузия. Воевал в пехоте, все время в пехоте. Пехота – это как говорит часто, что Бог и царь войны. Это смерч, это гибель. И часто мне говорят, кто в пехоте был, тех нет, а ты, говорит, остался. Ну, говорю, если ты такой неверующий, ну, посмотри мои документы. Судьба, наверное, такая, что я ловкий, там любых убил, генералов убивают. Что она говорит, как? Остался жив. Помню, как присягу принимал. Я ее почти наизусть помню. Я гражданин Советского Союза, вступаю в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии, торжественно обещаю и клянусь быть честным, храбрым, бдительным бойцом, хранить военную тайну и выполнять приказы беспрекословно. И если я нарушу эту торжественную присягу, то пусть меня покарает суровая кара советского закона, как самое тяжкое злодеяние. Все. Сначала готовили оборону. Оборону готовили трехэшелонированную. Одна линия обороны, вторая и третья. 3 месяца копали. Это на каждый день 14 метров надо прокопать. И 2 ячейки разогнать, эту землю развернуть, чтобы не мешалось. Полный профиль. И чтобы танковый пулемет мог пройти по траншее. Танковый пулемет. Мы сразу мужественные стали. На нашу роту дают задание зайти у тыл врага за 30 километров. Это упасть его, иди. И мы пошли, ночью шли, ночью, целую ночь шли. Котелки бросить, курить ни в коем случае, ни в коем случае, цигарку видно, что ни сбоку, ни сумму. Все документы бросили тут, у штабах оставили. И нас послали сделать им там... Ну, как бы панику большую, чтобы не бежали. А в тылу мы приходим туда перед утром, и снежок же поросить. Немец обнаружил, дал сигнал тревоги, стал стрелять вверх. Командиры сказали, что быстро вперед и занять деревню, в деревне не останавливаться. Только я выскакиваю с оврага, а он фриц тут же возле пушки с окопа вылазит, автомат бросил, другой вылазит, автомат бросил. Подлез до меня, обхватил ноги, на коленке стал, целует, ноги мои целует. Не убей, не плен, плен, не убей, плен, киндер, киндер, 4 или 5, киндер, киндер, не убей, плачет. Лейтенант, бей, что ты глядишь на него, бей. Ну, теперь он уже в плену, а того я еще не додумался. Когда наши придут? День наших нет, они наступают, а мы отбиваемся. Второй день нет, третий.
И то, когда нас на четвертый или на пятый день, уже не помню, наши войска подошли, фронт продвинулся, и наши войска нас освободили. Командир полка со своим штабом расцеловал нас у всех и на награды. Когда мы идем уже на фронт, идем, и уже разрывы вот-вот, уже рядом почти что ложатся, то тут-то страшно. А когда вступили в бой, ничего я не помню. Ничего. Там уже делается зверь. Не ты убьешь, он тебя убьет. Тут в голове такого нет, а ты должен уничтожать перед собой, уничтожать, убивать скорее, и дальше, и дальше. Потом, когда прошли мы дальше, оставалось до Витебска недалеко уже. Сильно укрепленный район был. Проволочное заграждение, минированное уже. И линия Бруно, такая, как струны на гитарах. Ширина 8 метров по всей линии фронта. Если ты туда руку уткнулся, то уже ты руку не вытянешь. Оно его затягивает, ты полез, другой затянешь. И надо разминировать, и надо ходы поделать. Если мы застрянем этой проволочной заграждением, что с нами получится? Нас у всех до единого поперебьют. Ночью саперов, всех саперов туда, на переднюю линию, проволочное заграждение порезать и сделать проходы. А на этих проходах оставить красные полотнища. Мы бегим в атаку, а они бьют по нас вовсю. А меня, когда я бежал, еще добегал сюда, до тех, ранило. Ранило что? Шинель полбока оторвало. Диск с автомата. И согнуло его. Ремень сорвало. И автомат выбило у меня. Ну, что мне делать? А я уже не могу. Рука крови налилась. Печенка вот эта полностью. Я ее засунул. Зато и на коленках, и руками, потому что эти снаряды рвутся, и тут убьют, уже ранее добьют. Наткнулся на штаб. Шевцов говорит, спасайся, скорее уходи. Мы, говорит, наверное, не выдержим. Они сейчас перейдут в наступление. После этого ранения, какое ранение, трое суток проспал. Как я мог спать? Плечо разворочено, лопатка вся вот эта. Все. И рука вывернута была. Как можно говорить, спать? И когда уже война кончилась, и тут уже все кончилось, стариков, трактористов, учителей отправляли домой. Пожилых, кому 55 лет отправляли. И я пришел до командира полка. Да и меня же домой. Как тебе домой? Ты самый младший. У полку таких, как ты, тут 2-3 человека. А я говорю, указ Сталина, знаете, слыхали вы? Знаем. А что, у тебя 3 ранения? Я говорю, не 3, 5. И так кончилась мне война. Просыпаюсь у кровати. Раз, прямо не знаю, как. Неужели в такой я кровати лежу, мягкой, тепло, чисто, обеспеченный? Ну, если бы вернулась, лучше бы я не родился. Если бы то вернулась, как вот тут было на фронте. Мне говорят, какую вы жизнь прожили тяжелую. Работали не только, что сейчас давали и авансы, получку давали. А то ж было, мы приехали в колхоз. Ну ничего нет, трудодель. А налоги надо страну пополнять надо. А кто, если не мы? Кто? Остались одни старушки да пацаны.
старались как-то работать. Ну, пережили все, построили страну, выдержала страна, не пала духом. Ради таких, как наши, были солдаты. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин.